снимает клипы, кто-то запускает сайты, а кто-то работает над музыкой, но уже за пределами Молдовы. Сейчас в эпоху информационных технологий сайт для любого артиста очень важен. Вот и Натали Тома не отстает от прогресса и создала свой сайт. Сайт называется natalitoma.com. Раздел — это биография, музыка, видео, фотографии. Есть раздел «I was here», который будет связан с программой Instagram. И непосредственно на всех концертах мы будем фотографировать эту программу. Люди смогут следить, смотреть, видеть, где мы выступаем, как я веду концертную деятельность. И, безусловно, контакты, как можно связаться, как можно пригласить на мероприятие. Я участвовала непосредственно. Идея была больше в плане дизайна Вячеслава Сырбу, человека, который креативит постоянно со мной в различных фотосессиях, видеосъемках. И идея, чем я обычен, как бы, то, что загружая сайт, мы видим видео без музыки, но видео двигающиеся девушки, то бишь меня. Александру Манчу выпустил свой дебютный клип на песню «Holiday». Все подробности мы узнавали лично у Александра. Это мой первый видеоклип. Было всего 3 съемочных дня. Я говорил, что хочу веселый, позитивный, летний клип, чтобы каждый, кто смотрел, вспоминал себя. Каждый раз, когда смотрю этот видеоклип, выбиваюсь из сил, чтобы лучше работать, чтобы скорее пришло следующее лето, и отдых был таким же. Макс Кисару сейчас работает композитором с румынским лейблом. Где лучше, у нас или в Румынии? Это все новинки на эту неделю от наших звезд. В следующий раз узнаем, что еще интересного приготовили для нас наши артисты.